Простите, ради Христа. Я на минуту забудусь. Простите. Простите. Простите, я не хотела. Иди, ступай. Там на склад для Смарагды корзину собрали. Она ждет. Тот ли истинный праведник, кто никогда не подвергается искушению, или тот, кто, будучи постоянно искушаем, старается жить в целомудрии? Наша героиня не знала ответа на этот вопрос и предпочла бы никогда им не задаваться. Будь ее воля, она выбрала бы тихую монашескую жизнь, но ее ждала совсем другая судьба. Прости. Помочь тут может быть? Тебя еще не хватало. Иди, куда шла. Прости. Прости меня. Смотри, заработал! Совсем не дура. А ты чего шляешься-то, а? Опять вечерний выбор ли, что ли, да? Молитвами святых, отец наш. Стеша! Там для Смарагды что-то у тебя приготовлено? Прохладненько же сегодня. Картошечка. Спаси, Господи. Сестры любили Индику. Христианская любовь, как известно, долготерпит, милосердствует и верит. Хотя, если говорить в низменном смысле, по-человечески, то любили меньше. И если уж совсем откровенно, то и вовсе не любили. Многие даже презирали.
Индика, впрочем, была в этом совершенно не виновата. Если бы не голос, который внушал ей непростительные для христианина идеи, была бы она инокиней добродетельной и заурядной. Больше всего на свете Индика мечтала, чтобы голос оставил ее в покое. Вся жизнь ее превратилась в борьбу, в мучительное сопротивление. Но как ни старалась она, как ни истязала себя, с каждым днем голос становился только громче и убедительнее. Матушка, потому что я благоговею по Афону, сестры. Дух Святой Церкви живет ведь только на Афоне, где постятся-то по канону, где братья живет благодатью, смирением и памятью смертной. Только Афон, соборный святой Афон. Натаскай воды.
Бесполезный труд – основа духовного развития. Послушание превыше поста и молитвы. Индика не понимала, зачем таскать воду из колодца, когда в соседнем здании помпа качает воду из святого источника. Она не понимала, почему пить воду из источника можно, а готовить суп – грех. Колодец всего в метрах 15 от него. Тут физически не может быть совсем другой воды. Да даже если десятая часть даже. На крещение, говорят, капли святой воды освещает канистру. Если так, то несколько испарившихся капель даже лужи под ногами должны осветить. Божья помощь, ты глядишь так,
До весны-то и дотянем. Да вы что, сестры-то, а ну, после нее есть никто не станет. Матушка, крестные знамения от чумы спасают. А тут... Во славу Божию. Ой, Смарагда, не искушай. Я тебе сейчас вон Евдокию пришлю, а эту до трапезной не допускай. Вечери твоя тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприими, небо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царстве твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Причащается раба Божия Евдокия. Причащается раба Божия и Иудика честнаго и святаго тела и крови Господа и Бога. Я не знаю, что. Что в нем? Да откуда мне знать, что в нем? Откуда мне знать, что в нем? Не знаю, что в нем. Что в нем? Что в нем? Что в нем? Что в нем? Монаху запрещается выходить из монастыря без благословения. Индику, несмотря на ее просьбы, уже год не благословляли покидать обитель, поэтому послушание доставить письмо стало для нее полнейшей неожиданностью. И хотя она не знала содержания этого письма, ее не оставляло ощущение, что оно сыграет в ее жизни очень важную, возможно, даже решающую роль. Ну что-то в нем есть? Что в нем? Что в нем? А что в нем? Что в нем? Что в нем? Что в нем? А что в нем? Что в нем? Что в нем? Что в нем?
имя святых, Отец наш Господь Иисус Христе, Боже наш, помилуй нас. Тишенька, мне на тот берег надо. Жоржик, пират, тише. Животные чуют нечисто. Они просто, как всегда, рады меня видеть. Тише, прости меня. Животные чуют нечисто. А я тебе яблок принесла. Орловку твою любимую. Тише, я на поезд спешу. Тише! Ну чего ты? Ступени залил. Снова свалишься, зашибешься. Эх ты. Ничего, Тихон, я понимаю. Прости меня ради Христа.
Черт, ключ у Тихона. Тихон идиот. Индика любила Тихона. Идиот – медицинский диагноз. Она просто употребляла слово по назначению. В любом случае Тихон ее не слышал. Что за добродетель, лицемерие? Монастырь как будто не хотел ее отпускать, и хотя она знала, что нет более светлого и близкого к Богу места, ей до смерти хотелось хотя бы ненадолго его оставить. Неправда! Господи, помилуй меня, грешный. Господи, Иисусе Христе, ради Божьего, Господи, Христос, моя сила, Господи, Бог, честный.
перекрестить рот после. После входа в трапезную, молиться перед входом в келье, перед сном, перед едой, каяться о том, что подумала, о чем услышала, слушать унылый сестрищий колокольный перезвон, креститься, поститься, извиняться, делать вид, что тебе интересны жития святых, извиняться, каяться, молиться, извиняться бесконечно. Долго заглушить ненавистный голос, Индика тысячный раз повторяла покаянный канон, с такой силой сжимая четки, что кровь начинала. Правда, запах гниющих старух, которые даже ладан. Простите меня. Господи Иисусе, ты что ты делаешь? Ты вообще тут монашка! Монашка. Монашка тут! Монахиня. Слушай, тебе повезло, что ты на меня наткнулась. Я мажу, я того, я не меткий, я... Давай, что? Да, давай. Иди отсюда, давай. Чё это? Ничем вы ему уже не поможете. Их благородие в час, когда мерцание пожелали в последний раз выслушать, пусть слушают, не мешайте. Простите, а что здесь случилось? А знаете анекдот про лом, который унитаз поезда кидают? В общем, в поезде тапок перевозили. Они между вагонов рессору на ходу вставили. Побег, стало быть, организовали. Много ли погибших? Да, в основном беглые. Этих перестреляли много. За больными ухаживать доводилось? Мне? Конечно, у нас часто... Давайте тогда с нами на станцию. Туда всех раненых свезли. Давай наверх!
доктор молодец. Говорит, на станции раненые ждут, а сам Морфи в труп втыкает. Как думаешь, тут уважение к последней воле умирающего или к размеру эполетов?
Муж. Муж. Наверное, очень его любили. Не. Ух ты! Стой! Слышь, да? Что? Это что за... С каких пор ты меня слушаешься? Не переживай, страх естественный. В большинстве случаев спасительно. У тебя цель какая? Девице помочь или продемонстрировать, какая ты героическая? Кого? Вот именно. Если помочь, то без шансов. Смотри-ка, недовольна, что ее посреди процесса бросили. Что? Видела, какое у него там болтается? Или, может, ты просто хотела к ним присоединиться? Тоже ничего. Мало тебе, блядь!